Чем занимаюсь я в Италии? Привет всем, дорогие друзья. Выращиваю четвертый год свою рассаду. Вот так вот возле одного окна она у меня выглядит. И ну что ж, беру бутылки, обрезаю, насыпаю землю, семена сначала сажу, потом рассаживаю. Вот это процесс пикировки у меня произошел, дорогие друзья. И 2-3 раза я подкармливаю в Италии вот таким препаратом, который позволяет дать все необходимые элементы. И вот такие формула такая показываю. Здесь немножко спорка, потому что бутылки уже 3 года, наверное. Азот и, значит, вот азот 20% пи. Пи – это фосфор. Поэтому для корней необходим фосфор, дорогие друзья, чтобы корни росли мощные.